чтобы хоть заснять забыла. Наша тачка, наша первая машинка, да? Mm-hmm. Так, я не помню, как у меня делать скриншоты. Сейчас, подожди, я гляну. Как делать скриншоты? Изображение, ага. Все, вижу. Так. Сейчас. Угу. Иди встань рядышком с УАЗиком. Я сейчас сфоткаю. Где ты? А вот так? Ага. Ага. Так, подожди. О! Опять. О, а это кто по нам стреляет? Что за прикол? По нам стрелять здесь, в этой зоне. Не знаю. Он стоит, стреляет. Кто? Ну вот, стреляет в этой зоне. Ну ничего, конечно, не делает. Может, это бот? Нет. Это смутный СМП. Это всё. Бот. Разве? Ну да. Видишь, но если это был человек, то он бы это, да. Он бы не умер. Так, ну что его, а что его залутать не могу? Залутать не могу. Он живой. Ой. Нет, это живой человек. Да нет, это бот, блин. Мне кажется, он с ТП, главное 4-то. Все, да? Лутаешь? Да, все. О, у него есть эта газировка дорогая. Компас. Че и все. Больше ничего интересного. Он уже тут рюкзак пробегал, блин. Я думала, что это выживший, а видишь, да? Это оказывается все-таки, да. О, слушай, это не Майк побежал, а? В принципе, они тебя не видят. Оля. Это не Майк пробежал. Естественно, начинает летать над тобой, крутиться и донимать всячески. Вон там в палатку медицинскую, по-моему, Майк забежал. Похоже. Но Майк сегодня уехал к бабушке. В Кению. Я зомби. Почти без зомби. А, блядь, я зомби. Сейчас я попробую до тебя дойти. Ой-о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 й. Не надо, не подходи. Здесь пока. Бот, здесь босс, здесь бот. Бля. Напиши, Гюрза, помоги, пожалуйста. Я потекла, блин. Я лечу на парашюте. Меня куда-то везут. На вертолете вот тебя везут? Да. Так, ох, не дай бог, сейчас еще пересесть на место пилота. Нормально мы летим, и я могу пересесть на место пилота. Меня не напрягает. А у тебя даже не написано местоположение, посмотри свое. Нет, он ничего у меня. А, Комарова, господи. Комарова. Я уеду. Комарова. На недельку. До второго. Я уеду. Комарова. Блять, как же меня. Куда пошла? Блин, дура. Кто? Да побежала. Да куда ты побежала? Что, здесь будем выходить или что? Ну, сейчас мы вот здесь и поставим сейф, наверное. А выходить-то с игры здесь будем или поедем еще? Тоже здесь, я думаю. Ну, давай тогда... Нет, сейчас сейф все поставим, сейф. Один сейф поставим. Да, один сейф ставь, в него все переложим, да? Угу. С так, машины, что если вдруг машину разобьют, чтобы у нас все... Да, было. Да. И все, можно спокойно совестью выходить.
У тебя лопата, там ничего не надо, нож ничего да. А, подожди, набор инструментов надо взять. Набор инструментов. Так, 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 где он у нас тут? Отвык уже давно, не строил ничего. Пароль не забудь. Да, точно, посмотри. Скажешь его, я запишу. Так. Так, ну все, перегружаем сюда. Машину забираем. Но основное, что мы забираем? Оружие. Рубины, оружие, в сейф еще переложить. Вот, туда же. Жизненно важную взрывчатку мы заберем. Да, взрывчатку. Так, GPS можно положить. Тулбоксов парочку. Рубины надо обязательно забрать. Брифкейсы. Патроны. 25 оружия можно положить. Нормально. Рюкзак сразу можно ложить. Угу. Так, денежка пошла. Да. Винтиков. Так, рюкзачок. Так, что там еще? Запчасти, канистры, мох-колесо, патроны, все мясо надо забрать. Все, что морфи, морфи уже понабрали. Не говори. Как я не знаю этих. Пока в старом соборе были, да? Нажили добра, не выходя из от кассы. Да, не отходя от кассы, да. Так. И это. Одежду надо будет еще переложить тоже. Угу. Она же на денежек стоит. Так, рюкзак тоже сюда. Отправляйся. Ну, теперь будет не страшно, если машину взорвут, то все есть в сейфе. Ну все, только рюкзаки теперь таскать. Там оставим себе-то, там сколько рюкзаков тащим? Все, один. Я последний забрала. А, ну все, этот я на себе оставляю тоже. Да. Так, все, ну. Больше у нас здесь ничего не осталось. Угу. Так, надо попить. Накормить даму, да, Рит? Угу. Но. Боль утоляющих, да боль утоляющих. Но мне тут боль утоляющий пригодился. Потому что меня так долбануло, что мало не покажется. О, кто это на велосипеде поехал? Послышь, бот на велосипеде поехал. Закрывай, закрывай сейф. Сейф закрывай. Она проехала мимо нас, не заметила нас. Ну, все, закрываем сейф. Машину закрываю, да? А, давай ключ в сейф положу, может быть. А то вдруг тебе... Куда машинку-то? Так и оставим прям тут стоять? Да. Подожди, тогда надо открыть, наверное, да? Я ключ положу просто в сейф. Ну, как хочешь. Ну, вдруг тебе надо будет машину, а... Все, закрыла же я машинку, да?
Да. Бот баба на велосипеде проехала. Сволочь какая, да? Слушай, а я смогу си... Я же не могу... А, я могу, да, открыть точно. Это же не Origins. Да, я, короче, туплю. Давай, я еще ору тебе такая, закрывай, да? Слушай, как она проехала, нас не заметила вообще просто чудом. Ключ все положила. Все. Так, я вот все-таки думаю денежку взять с собой, а то вдруг, когда зайдешь, так вот раз, чтобы сейф не открывать. А да ладно, нафиг сейф зубы. Так, лок сейф. Все, выходим, да? Да, давай так, сейчас передохнем чуть-чуть, я сейчас разберусь со своей записывающей фигней этой. Давай, через минут 20, да, на. И потом на Урал, да. Выносить мальчишкам мозг.